С Нового года в России вырастет минимальный размер оплаты труда. Зарплату бюджетникам планируют поднять на 9,8%. Это коснется и воспитателей детских садов. По данным портала город-работ.ру, с января по сентябрь их средняя зарплата составила порядка 27 532 рублей. Однако повышение МРОТ не означает того, что заработная плата воспитателей дошкольных учреждений вырастет автоматически. Доход увеличится лишь в том случае, если чистый оклад специалиста будет ниже нового зарплатного минимума. Это связано с тем, что всевозможные доплаты при расчете минимально возможного уровня заработка не учитываются. Но, как показывает мнение горожан, важно, чтобы в детские сады шли работать в первую очередь по призванию. В первую очередь любить, конечно, детей. Естественно, педагогическое образование однозначно и не менее высшего. Ну и, естественно, креативное. То есть отдаваться детям на любые их шалости и нововведения, скажем так. Она должна быть похожа на бабушку, на маму. Она должна быть внимательная, добрая, ласковая, заботливая. И много знающие. В деревне я жила, поэтому там такие люди, в принципе, живут. Можно так сказать. Какие? Все добрые, отзывчивые, помогающие друг другу. Творческие очень люди. Потому что дети – это огромная ответственность. Понимаете, да? Должны любить свою работу, своих детей. И быть очень-очень творческими. В детский сад надо идти по призванию. Если ты наседка, то ты туда идешь. А если ты не на сетку, хоть какие там будут у тебя высшее образование, 10 образований, толку никакого не будет. Просто, знаете, идут люди со стороны, что надо ребенка устроить, а его не берут вне очереди. И идут просто со стороны, просто посидеть, вот чтобы ребенка взяли. Вот так. Чтобы такого не было, не надо дефицита мест создавать. В детском саду я проработала достаточно. Мы не воспитателем, но, в принципе, педагогическое образование – прежде всего, честное отношение к себе и к детям. Потому что очень часто бывает, ну как вам сказать, да ладно, так сойдет. Когда одевают детей, когда кормят, иногда это все бывает, ну, не очень хорошо, так скажем. Хотелось бы вот этого, более человеческого, что ли, отношения к детям, как к своим.